Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Эльман Пашаев прокомментировал новость о том, что в суде над Михаилом Ефремовым фигурировал поддельный документ. Экс-адвокат актера отреагировал на новость о том, что предоставленная им справка от участкового оказалась липовой, передает Пятый канал. В документе говорилось, что погибший курьер якобы лишь снимал жилье у Ирины Стерховой, хотя на самом деле она была его сожительницей. Когда правда вскрылась, участкового уволили. Пашаев же заявил, что эта справка вообще не оказала влияния на приговор Ефремову. Также лишенный статуса адвоката Пашаев переложил всю вину на оформившего документ полицейского. Он заявил, что нельзя принимать на службу в органы таких безграмотных, неспособных или доверчивых. Ранее Пашаева в центре Москвы окатили помоями. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго.